В Люберцах продолжают контролировать соблюдение мер санитарной безопасности. О том, как руководители торговых точек организовывают работу своих сотрудников, узнал наш корреспондент. Наденьте, пожалуйста, масочку. Спасибо. При входе в магазин заместитель директора проверяет наличие масок у покупателей. Без средств защиты вход в торговый зал запрещен. Если маски у посетителя нет, на кассе ее выдают бесплатно. Для каждого покупателя у нас есть индивидуальная маска в отдельной упаковке. Вот такая вот. Ну, на сегодняшний день уже, наверное, 90% лояльно сами приходят в масках. Некоторых просим одеть, соответственно, одевают. Ну, в первую волну было, конечно, тяжело заставить и людей одеть маски, и продавцов одеть маски, и перчатки. Сейчас никаких проблем нет. Вопросам безопасности руководство магазина уделяет особое внимание. Каждые 2 часа обработка помещений дезинфицирующими средствами. Разметка о соблюдении социальной дистанции 1,5 метра. При входе санитайзер для обработки рук. Я всегда захожу в маске. Мне кажется, на мой взгляд, сейчас лучше поберечься. То есть хуже не будет, если ты на 5 минут наденешь маску, выйдешь на улицу и ее снимешь. 90% сотрудников магазина уже сделали прививку от коронавируса. В ближайших планах вакцинировать весь коллектив. Чтобы сохранить свое здоровье, необходимо не только соблюдать масочный режим, но и сделать прививку от COVID-19. В Люберцах работают стационарные и мобильные пункты. Задать вопросы о прививке жители округа могут по номеру телефона 122. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.